А накануне мэр курорта Анатолий Пахомов встретился с представителями сборной Германии, которая проводит в Сочи предматчевые тренировки. Игроки и руководство команды находятся в Сочи уже около недели, и, как пошутил президент немецкого футбольного союза, они приложили максимум усилий в матче со сборной Камеруна, чтобы не только победить, но и получить возможность остаться на курорте. Анатолий Пахомов поблагодарил гостей за красивую игру и выразил надежду, что и сегодняшняя встреча будет не менее яркой. Представители немецкой стороны не скупились на комплименты в адрес города и его жителей. Я рад, что в Сочи такой мэр, который поддерживает развитие спорта и прикладывает усилия для создания атмосферы гостеприимства и для участников, и для гостей футбольных состязаний. И я, и другие члены команды чувствуем себя здесь комфортно. Нас все приятно удивляет. И красота города, и его инфраструктура. Главе Сочи подарили футболку с автографами членов сборной Германии. Она будет передана в Сочинский музей спортивной славы.